Дорогие аромаценители, цифровая коллекция Siberian Wellness 1996 является истинной жемчужиной нишевой парфюмерии. Сегодня мы поговорим об одной из них, а именно об аромате Primo или Один. Давайте слушать его вместе. В первых нотах композиции мы явно слышим цитрусовые нотки мандарина, а также специи и розовый перец. С первых нот этот аромат бодрит, дарит настроение радости, воодушевляет, тонизирует. Чуть позже мы начинаем слышать лепестки роз, немножко кожи, которая все больше и больше усиливается и переходит в дымные нотки. Амбра, бальзамические ноты, а также нота уда. Уд – это удивительный компонент. Эфирное масло уда – это натуральный компонент, который получают из агарового дерева. Для этого дерево заражают специальным грибком, который начинает выделять такую маслянистую слизь, из которой, собственно, и делают эфирное масло уда. Стоимость этого компонента достигает 30 тысяч долларов за килограмм, поэтому это по-настоящему дорогостоящий компонент, который пахнет роскошью. Давайте разберем этот аромат с точки зрения аромапсихологии. Безусловно, это аромат для истинных лидеров. Целеустремленность – это качество, которое присуще как мужчинам, так и женщинам. Оно позволяет нам двигаться вперед и достигать высоких планок. Целеустремленность помогает нам ставить перед собой масштабные цели и идти к ним, превозмогая тревоги, страхи, двигаясь вперед. Именно это настроение передает аромат. Здесь сочетание уда и кожи дает вот эту вот напористость. Но самое интересное, что хочу сказать, что этот аромат обрамлен лепестками масла розы. И именно это пробуждает ощущение и связь с собой. Поэтому достижение цели идет не нахраписто, не напористо, а в согласии со своими внутренними ценностями, в согласии со своей душой. Завершает композицию, как я уже сказала, это сочетание ноты кожи и уда. Ведь в этом аромате, как я уже сказала, содержится драгоценное масло уда. А оно считается маслом роскоши и маслом шейхов. Настраивает ваше сознание на достижение максимальных финансовых результатов. Самое интересное, что в сочетании с кожаными нотами это масло уда приобретает роскошный оттенок, но не напоминающий восточный базар, а именно роскошь, которая присуща Швейцарии, Франции, Монако. Можно смело сказать, что этот аромат идеален для лидера, человека, способного масштабно мыслить, брать ответственность за себя, за результат, но при этом сохранять связь с собой, да, со своими чувствами, со своими мыслями и ощущениями. Этот аромат яркий, как человек-лидер. Такой человек входит в помещение, и мы сразу понимаем, что зашел лидер или зашла яркая личность. Строгость, результативность, масштабность и способность вести за собой основные транскрипты этого аромата с точки зрения аромапсихологии. Попробуйте прочувствовать и прожить этот аромат на себе. Напомню, что это аромат унисекс, который прекрасно подойдет и для мужчин, и для женщин. Он идеален для деловых переговоров, для статусных мероприятий, для тех мест, где важно показать ваши лидерские способности и способность вести за собой других людей. Пробуйте его на себе, делитесь в нашей аромагостиной о том, какие чувства, какие ассоциации вызывает эта аромакомпозиция.